Сегодня хотел бы поделиться с вами словом, размышлением, соображениями. Я думаю, что это будет касаться оснований христианства. Но сразу бы хотел спросить вопрос. Можете поднять руку, можете нет, можете просто сами для себя ответить на этот вопрос. Кто считает себя праведником? Все праведники? Не торопимся. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь. Хорошо. Такой вопрос. Если бы сегодня, сейчас, such a question, if today, right now, прямо сейчас бы Господь забрал бы вас на небо, right in this moment, God would take you to heaven, попали бы мы в спасение? Would you go into salvation? Попали бы. Замечательно. Но откуда такая уверенность? Откуда такая уверенность? Да. How у нас есть уверенность. We have confidence. У нас есть уверенность, что сейчас, такой, какой я есть, we have confidence that right now, the way that I am, такой, какой я есть, the way that I am, если придет конец моему существованию здесь, на земле, if the end comes to my existence on this earth, то я буду с Господом. I will be with the Lord. Но откуда такая уверенность? Where do I have this confidence from? И эту уверенность от веры. This confidence is from faith. От веры. From faith. И не потому, что я уверен в то, что я совершаю. Not because I am confident that I am perfect. Это не уверенность в мои собственные дела. This is not confidence in my own works. Это не уверенность в мои собственные достижения. It is not confidence in my own achievements. Это не уверенность в мои собственные поступки. It's not confidence in my own skills. Но это уверенность, это вера в любовь Божью. But this is confidence and faith in the love of God. И в благодать спасения. And in the grace of salvation. К Ефесянам, 2 глава, 8-9. Ephesians chapter 2:8-9. Ибо благодатью вы спасены. For by grace you have been saved. Благодатью мы спасены. By grace you have been saved. Ключевое слово через веру. The key word through faith. Через веру. Through faith. Сие не от нас. And that not of yourselves. Сие не от нас. That not of yourselves. Дар Божий. It is the gift of God. Не от дел. Not of works. Не от дел. Not of works. Чтобы никто не хвалился. Lest anyone should boast. Кто может сказать, что он заслужил спасение? Who can say that they have deserved salvation? Кто может сказать, что он заработал спасение? Who can say that they have earned salvation? Что он добился спасения? That they have achieved salvation? Никто не может сказать. No one can say that. Но интересная штука вера. It's a very interesting thing, faith. Задумывались ли вы об этом? Наверняка задумывались. I'm sure you have thought about this. И сегодня хотелось бы поразмышлять именно об этом. Today I would like to think about this in particular. Это такая способность, можно сказать. It is an ability, we can say. Это качество. It's a quality. Это умение, можно сказать. It's a skill, we can say. И она не физического происхождения. And it is not of physical origin. Она не физического происхождения. It is not of physical origin. Но она конкретно влияет на физический мир. But it affects our physical world. Ее как таковую не видно. We can't actually see it. Можете ли вы увидеть веру друг друга? Can we see the faith of each other? Ее как таковую не видно, но она может расти. We cannot see it, but it can grow. Она может угасать. It can fade. Она может быть сильной, она может быть слабой. It can be strong or it can be weak. Интересное значение выдает простой словарь. Что такое определение веры? It's interesting in the dictionary. What is the definition of faith? Люди понимают слово вера вот так вот. People understand the word faith like this. Убежденность. Trust, глубокая уверенность or complete confidence в чем-то или ком-то. In someone or something. Но, как всегда, Писание дает нам более глубокое описание веры, глубокое определение веры. But the scripture gives us an even deeper definition of faith. И в разных местах Писания вере дается немножко как бы другое описание. In different places of the scripture there are slightly different descriptions of faith. Например, в Галатах, в 5 главе, написано, что это плод Духа.
For example, in Galatians chapter 5 it says that it is the fruit of the Spirit. В Евреям 11 вы все знаете, что это уверенность в невидимом. In Hebrews 11 it says that it is the evidence of things not seen. Что это осуществление ожидаемого. The substance of things hoped for. В 1 Коринфянам 12 написано, что это проявление Духа. In 1 Corinthians chapter 12 it says that it is the manifestation of the Spirit. Это что-то очень глубокое. It is something very deep. Это что-то очень многогранное. It is something very multifaceted. Это не что-то однозначное. It is not one-sided. И так вот задуматься, что вера, можно так сказать, определяет жизнь каждого человека. We can say that faith determines the life of each person. Неважно, верующий человек, неверующий. It doesn't matter if they're a believer or not a believer. Ну, простой пример. Кто-то верит в медицину, кто-то нет. Simple example: some people believe in medicine, some don't. И от того, во что человек верит, так он и будет действовать. And based on what they believe in, that is how they will act. Кто-то верит правительству, кто-то не верит правительству. Some believe the government, some don't. Кто-то верит в Бога, кто-то не верит в Бога. Some believe God, some don't. И вера человека, она будет направлять человека. And the faith of a person will guide them. То есть во что человек верит, так он и будет жить. So based on what a person believes in, that is how they will live. На чем основывается вера? Как она строится? On what it is based and how it is built. Мы рассмотрим чуть позже. We will look at later. Но обратите внимание, что от веры человека зависит вся его жизнь. But notice that based on a person's faith, their whole life depends on it. Вся жизнь человека зависит от того, во что человек верит. The whole life of a person depends on what they believe in. Мы все прекрасно знаем, что вера является основанием христианства. We all know that faith is the foundation of Christianity. Без веры невозможно быть христианином. Without faith, you cannot be a Christian. Невозможно. It's impossible. Но вера, она, могу так сказать, чрезвычайно индивидуальна. But faith, we can say, is extremely individual. Основы веры у нас у всех одни. We all have the same foundation of faith. Мы все верим в Господа Иисуса Христа. We all believe in the Lord Jesus Christ. Который родился от Девы Марии. Who was born of the Virgin Mary. Который был распят. Who was crucified. Который воскрес в третий день. Who resurrected on the third day. Основы у нас все одинаковы. Our foundation is all the same. Можно сказать, у нас вера вся одинакова. We can say our faith is all the same. Но можно точно так же сказать, что у всех вера немножко отличается. But we can also say that our faith is all a little bit different. Так же, как человеки, люди, все одинаковы. Just as people are all the same. Голова, тело, руки, ноги. We have a head, body, arms and legs. Но идентичных людей нет. But there are no identical people. Даже двойняшки и те не идентичны. Even twins are not fully identical. И точно так же, как не идентичны наши тела и наша вера, разница, если заглянуть в глубину и в детали. And the same as we are different, our faith all differs if we look at the details of it. Можно увидеть, что вера у каждого, она чрезвычайно индивидуальна. We can see that each person's faith is extremely individual. Мы можем это видеть на примерах в Новом Завете. We can see this based on examples from the New Testament. Вы все знаете эти примеры. Я хочу только коснуться нескольких. You all know these examples. I will just touch upon a few. Помните женщину, которая болела, написано, кровотечением 12 лет? Do you remember the woman who had a flow of blood for 12 years? Матфей, 5 глава. Mark chapter 5. Марк, 5 глава. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd. И прикоснулась к одежде его, говоря: если хотя бы к одежде его прикоснусь, то выздоровею. And touched his garment, for she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Все прекрасно понимаете, да, во что она верила? We all know what she believed in. Смотрите, люди, которые разобрали крышу дома, чтобы спустить больного к Иисусу. We know the example of the people who took apart the roof of a house to put their friend down to Jesus. Их вера подтолкнула их на этот поступок. Their faith pushed them for this action. Смотрите, какая вера была у Марии, матери отца. Look at the faith of Mary, the mother of Jesus. До того, как он начал свое служение. Before he began his ministry. У нее была вера, что он может решить проблему с вином на свадьбе. She had faith that he could fix the problem of the wine at the wedding. Посмотрите на сотника, который пришел к Иисусу и попросил у него исцеления своего слуги.
Look at the centurion who came to Jesus and asked him to heal his servant. Матфея 8 глава. Matthew chapter 8. Сотник же, отвечая, сказал: Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof. Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. But only speak a word, and my servant will be healed. И чуть позже написано: услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним. And later on it says, when Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Assuredly, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Все эти люди приходили к Иисусу. All of these people came to Jesus. И каждый со своей верой в Его способность. And all of them with their own faith in His ability. В Его силу. In His power. И каждый получал именно по своей вере. And each one of them received based on their faith. И у всех вера отличалась. And all of their faith was different. Кто-то верил, что нужно было прямое прикосновение Иисуса к Его телу. Some believed that they needed Jesus to touch their body. Кто-то верил, что нужно просто к одежде прикоснуться. Some believed they just needed to touch His clothes. А кто-то верил, что просто нужно Иисусу что-то сказать, чтобы исцеление произошло там, далеко. Some believed that Jesus need only speak a word and the healing will happen on a distance. И у них у всех была вера. They all had faith. Как вы думаете, откуда у них была вера? What do you think? Where did this faith come from? Я думаю, что если исключить из этого списка Марию, мать Иисуса, if we exclude out of this list Mary, the mother of Jesus, то у них у всех была вера, потому что они услышали об Иисусе. They all had faith because they heard about Jesus. Они услышали, что совершал, какие великие дела совершал Иисус. They heard about the amazing works that Jesus was doing. Потому что вера, как пишет апостол, от слышания. Because faith, as the apostle writes, comes by hearing. И такое слышание о том, что совершает Иисус, может привести человека к Иисусу, к Богу. And this faith, this hearing that people can hear about God, it can lead them to Him. Но это вера слова человека. But this is the faith based on the word of a person. Которая может привести к Богу. That can lead you to God. Как говорится о женщине, которая болела 12 лет. As the woman who was sick for 12 years. О ней конкретно написано, услышав об Иисусе. It says about her, she heard about Jesus. И она пришла к нему. And she came to him. И получала исцеление по своей вере. And received healing based on her faith. Я думаю, что из Писания можно сделать вывод. I think we can draw a conclusion from the scripture. Что ко Христу приходили в основном. That generally people came to Jesus. Чтобы что-то получить. To receive something. Потому что у них была какая-то проблема. Because they had some sort of problem. Чтобы Иисус что-то для них сделал. For Jesus to do something for them. К сожалению, обычно люди не ищут Бога, когда у них все хорошо. Unfortunately, people do not seek God when everything is well in their lives. Но это не упрек. But this is not a reproach. Я думаю, потому что Господь с радостью принимает тех, кто к Нему приходит с проблемой. I think the Lord gladly accepts those who come to Him with a problem. И всегда желает помочь. And He always wants to help. Почему? Why? Но прежде всего, потому что Он хочет, чтобы вера в Слово человеческое, которое привела человека к Богу. Firstly, He wants for that faith by the hearing of a person's word that brought them to God. Она переросла в другую веру. To grow into a different faith. Которая от слышания Слова Божьего. That comes from the hearing of the word of God. А не просто вера от слышания слова человека. Not just the hearing of the word of a person. Я не думаю, что мы найдем где-то в Писании место, где кто-то приходит к Иисусу и просит Его помощи, и Он говорит: нет, я тебе помогать не буду. I don't think we can find a place in the Bible where somebody comes to Jesus asking for help and He says, no, I won't help you. Итак, вера от слышания. So then faith comes by hearing. А слышание от слова Божьего. And hearing by the word of God. Именно такая вера, которая от слышания Слова Божьего, this faith that is by the word of God, она поведет за Богом. It will lead you after God. Потому что это будет вера, основанная на личном опыте. Because this will be faith based on a personal experience. А не просто понаслышке о Боге. And not just what you heard about God. Интересно, если вы помните момент своей жизни, когда в вас зародилась эта вера, личная вера. Interesting, if you remember the moment in your life where this faith was born in you.
Этот момент, можно сказать, чудо. This moment is a miracle. Это как совершенное чудо. It is a complete miracle. Точно так же, как рождение младенца. The same as the birth of a child. Я думаю, что для каждой матери это чудо. I think for every mother it is a miracle. Потому что еще 9 месяцев назад Because just 9 months prior, этого человека не было. This person did not exist. Он просто был как несколько микроскопических клеток. They were just a few microscopic cells. А теперь это новый человек. And now it's a new person. Я думаю, что точно так же рождение веры — это определенное чудо, которое не должно произойти и для того, чтобы оно произошло. And for it to happen, нужно, чтобы человек услышал Слово Божье. A person needs to hear the word of God. Еще раз прочитаю цитату. Римлян 10:17. I will read again the quote, Romans 10:17. Итак, вера от слышания. So then faith comes by hearing. А слышание от Слова Божьего. And hearing by the word of God. Если вы когда-нибудь заглядывали в греческий перевод этой цитаты, этого места, If you ever looked at the Greek translation of this place, вы бы удивились. You would be surprised. Почему так странно перевели на русский язык? И на английский, кстати, тоже. Why they have translated it so strangely into the Russian and English language. Потому что если взять на греческом, то написано так. Because in Greek it says, Итак, вера от слышания. So then faith comes by hearing. А слышание от слова Христа. And hearing by the word of Christ. Там стоит слово Христос. The word Christ is there. Что такое Христос? What is Christ? Помазанник. It is the anointed one. То есть слово, которое должно быть сказано, которое рождает веру. The word that needs to be said that gives birth to faith. Это слово должно быть помазано. This word needs to be anointed. Духом Христа. By the Spirit of Christ. Именно такое слово рождает веру. This word will give birth to faith. Рождает человека как новое существо. It will give birth to a person as a new creation. И именно такая вера, она уникальна. And this type of faith is unique. Она уникальна. It is unique. Про нее мы читаем, именно про такую веру. We can read about this specific type of faith. Именно такая вера this faith делает человека праведником. Makes a person righteous. Именно такая вера делает человека праведником. This type of faith makes a person righteous. Римлянам 4 глава. Romans chapter 4. Цитат нету? Ибо что говорит Писание? For what does the scripture say? Поверил Авраам Богу. Abraham believed God. И это вменилось ему в праведность. And it was accounted to him for righteousness. Именно о такой вере. Because of this faith. Именно о такой вере здесь говорится. It talks about this type of faith. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Интересно, что не написано, что Авраам поверил Богу и сделался праведником. It's interesting that it doesn't say that Abraham believed God and became righteous. Он вдруг не перестал быть абсолютно безгрешным человеком. He didn't suddenly become a sinless person. Но и взгляд Божий на него изменился. But God's view of him changed. Бог вменил ему его веру в праведность. God accounted his faith into righteousness. То есть Бог увидел его веру и назвал его праведником. So God saw his faith and called him righteous. Не написано так же, что Авраам вышел из Ура Халдейского, и Бог вменил ему это в праведность. It doesn't say that Abraham came out of the Ur of the Chaldeans and became righteous. Также не написано, что Авраам принес сына своего на жертвенник, и Бог вменил ему это в праведность. And it doesn't say that Abraham brought his son as a sacrifice and God accounted this for righteousness. Но написано, поверил Авраам Богу. But it says that Abraham believed God. И это вменилось ему в праведность. And it was accounted to him for righteousness. До того, как он все это сделал. Before he did all of this. До того, как он что-то сделал, Бог вменил ему веру в праведность. Before he did anything, God accounted his faith for righteousness. Это уникальная вещь, вера. It is a very unique thing, faith. А некоторые скажут, а что бы,
Что бы было бы, если бы Авраам поверил? Some may say, what would have happened if Abraham believed? Но не вышел из Ура Халдейского. But didn't come out of the Ur of the Chaldeans. И не принес своего сына на жертвенник. And if he didn't sacrifice his son. Вменил бы тогда Бог ему веру в праведность? Would God account his faith for righteousness? Я думаю, что он просто бы не увидел в нем веру. I think he just wouldn't see faith in him. Потому что именно вера толкнула его на эти поступки. Because faith made him do these works. Если Авраам оправдался делами, это Римлян 4 глава. If Abraham was justified by works. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу. For if Abraham was justified by works, he has something to boast about. Но не пред Богом. But not before God. Если Авраам оправдался делами, For if Abraham was justified by works, он имеет похвалу, he has something to boast about, но не пред Богом. But not before God. Никак не может человек похвалиться своими делами пред Богом. A person cannot boast about their works before God. Даже Авраам. Even Abraham. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Воздаяние делающему вменяется не по милости, а по долгу. Now to him who works, the wages are not counted as grace, but as debt. То есть, если я что-то делаю и жду воздаяния, то есть награду в зависимости от моих дел, so if I am doing something and I am waiting for a reward based on my deeds, я просто заслужил воздаяние. I just deserve it. Я по долгу заслужил воздаяние. Based on the debt, I deserve the reward. Но здесь говорится о не делающему, но верующему в того. But it says here, but to him who does not work, but believes on him. Не делающим, а верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Who justifies the ungodly. Вера его вменяется в праведность. His faith is accounted for righteousness. Значит, не дела. So it's not the works. Если бы Авраам пытался бы оправдаться своими делами пред Богом, If Abraham was trying to justify himself by his works before God, у него бы это не получилось. It would have not worked. Если бы он искал приобрести награду на земле, If he was trying to search for a reward on earth, он мог бы попробовать позаслужить ее по долгу, как написано. He could try and receive it based as a debt, исполнив какие-то дела. And do some deeds. Но, как видите, праведность Богом вменяется человеку не по делам. But as you can see, the righteousness is accounted by God, not by the works. Не по делам, которые человек пытается сделать, чтобы чего-то достичь. Not by the works that a person does to try and achieve something. А пытается достичь, написано, верой в того. But it says you achieve it by believing in him. Верой в того, кто оправдывает. Believing on him who justifies. Итак, еще раз, верующему в того, кто оправдывает. So believes on him who justifies. Нечестивого. The ungodly. Вера его вменяется в праведность. His faith is accounted for righteousness. Все, по-моему, очень просто. Everything is very simple. Все просто. It's very simple. Написано просто верующему. It says just he who believes. Просто? Is it simple? Но не просто. It's not simple. Написано верующему, так все в порядке, я просто верую. It says he who believes, that's fine, I believe. Но не так просто. But it's not that simple. Осталось самое маленькое. There's the smallest part left. Но самое тяжелое. But the hardest. Чтобы моя жизнь. That your life. Соответствовала моей вере. Corresponds to your faith. Моя жизнь должна соответствовать моей вере. My life needs to correspond to my faith. Для того, чтобы вера была живая, For the faith to be alive. Та самая вера, которая родилась чудесным образом от слышания Слова Божьего, That same faith that was born in a miracle way from the hearing of the Word of God. Она должна жить. It needs to live. Но для того, чтобы она была живая, But for it to be alive. У нее должны быть проявления. It needs to have manifestations. У нее должны быть какие-то проявления. It needs to be manifested somehow. Иаков 2 глава. James chapter 2. Так и вера. Thus also faith. Если не имеет дел. By itself, if it does not have works. Мертва
сама по себе. Is dead. Так как это понимать? How do we understand this? Дела или вера? Works or faith? Что нужно? Дела мне нужны или мне нужна вера? What do I need, the works or the faith? Написано, дела меня не спасают. It says that the works do not grant me salvation. Ибо благодатью вы спасены через веру. For by grace you have been saved through faith. Сие не от вас. And that not of yourselves. Дар Божий не от дел. It is the gift of God, not of works. Чтобы никто не хвалился. Lest anyone should boast. Дела здесь ни при чем. The works have nothing to do with it. С одной стороны. On one hand. Потому что делами я спасения не заработаю. So I cannot receive salvation by the works. А с другой стороны, вера без дел мертва. But on the other hand, faith without works is dead. Что важнее, вера или дела? What is more important, faith or works? Отвечает на этот вопрос порядок причины и следствия. The answer to this question lies in the order of cause and effect. Порядок причин и следствий. The order of cause and effect. Дела должны быть как следствие веры. The works need to be a result of the faith. Не наоборот. Not the other way around. Должны дела исходить от веры. The works need to come from the faith. А не вера в спасение от моих дел. And not the faith in salvation from my works. Итак, дела от моей веры. The works come from my faith. А не вера в спасение от моих дел. And not faith in salvation based on my works. Чем больше я делаю, тем больше у меня шансов на спасение. The more I do, the more chance I have of salvation. Нет. No. Нет. No. Спасение от веры. Salvation comes from faith. А родившись, вера должна жить. And when the faith is born, it needs to live. И живая вера будет проявляться через дела. And living faith will be manifested through works. Именно вера будет проявляться через дела. The faith will be manifested through works. Я хочу привести один из самых, наверное, экстремальных случаев спасения. I want to bring one of the most extreme examples of salvation. Это один, наверное, из самых экстремальных. Это разбойник, висевший на кресте. It's the criminal hanging on the cross. Я думаю, что вы прекрасно помните это. I know you remember this. Ему Иисус сказал. Jesus said to him, Лука 23 глава. Luke chapter 23. Истинно говорю тебе. Assuredly I say to you, ныне же будешь со мною в раю. Today you will be with me in paradise. Иисус ему сказал. Вот сейчас твое тело останется здесь. Jesus said to him, your body will be left here. И как только это сразу, так ты будешь со мной в раю. And you will be with me in paradise. Какие у этого разбойника были дела? What works did this criminal have? Он висел на кресте. He was hanging on the cross. Руки прибитые гвоздями. His hands were nailed. И ноги прибитые гвоздями. And feet nailed. Какие у него на этом кресте были дела? What works did he have on this cross? Но у него родилась вера. But his faith was born. У него в тот момент родилась вера. In that moment his faith was born. И все, что он успел сделать своей верой, and everything that he had time to do with his faith, это признать Господа Иисуса своим Спасителем. It was to accept Jesus as the Savior, своим собственным личным Спасителем. As his own personal Savior. Он успел признать себя грешником, he had time to admit that he was a sinner, и раскаяться. And to repent. Давайте послушаем, что он сказал. Let's hear what he said. Лука 23 глава. Luke chapter 23. Это он говорит тому другому разбойнику, который висел рядом с ним и говорил очень плохо об Иисусе. This is what he was saying to the other criminal who was hanging next to Jesus and saying bad things. Итак, если ты не боишься или ты не боишься Бога? Do you not even fear God? Когда и сам осужден на то же. Seeing you are under the same condemnation. И мы осуждены справедливо. And we indeed justly. Я грешник, он сказал другими словами. I am a sinner, he said in other words. Потому что достойные по делам нами приняли. For we receive the due reward of our deeds. Я грешник. I am a sinner. Я достоин наказания. Я достоин смерти.
I deserve this punishment, I deserve death. А он, Иисус, But this man, Jesus, ничего худого не сделал. Has done nothing wrong. Он святой. He is holy. И сказал Иисусу, Then he said to Jesus, помяни меня, Господи. Lord, remember me. Ты мой Господь. You are my Lord. Ты мой личный Господь. You are my personal не знаю, Lord. Не знаю, насколько он получил откровение о том, кто есть Иисус, но это и были его слова. I don't know how much he received a revelation about Jesus, but these were his words. Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. Lord, remember me when you come into your kingdom. То есть у него даже было понимание о том, что Иисус не умирает здесь и погребен. So he even had an understanding that Jesus was not going to die here and be buried. Но что он идет в Царствие, которое принадлежит ему. But that he is going to a kingdom that belongs to him. И он господин этого царства. And he is the Lord of this kingdom. Его вера спасла его. His faith saved him. И спасение он получил тут же. And he received the salvation immediately. Но, But, если вера родилась, if the faith was born, произошел этот момент, чудесный момент рождения, and this miracle moment of the birth has taken place, но еще вся жизнь впереди. But you still have your life ahead of you. Вся жизнь еще впереди. You still have your life ahead of you. Жизнь должна соответствовать Then your life needs to correspond вере. To faith. Для того, чтобы вера действительно была живой. For the faith to be truly alive. То есть, если до рождения моя вера вела меня в одном направлении, So if before the birth my faith was taking me in one direction, после рождения новой веры, моя новая вера должна вести меня теперь в другом направлении. After the birth of my new faith, This new faith should lead me in a new direction. И если вера живая, And if the faith is alive, то она будет приносить плоды. Then it will bear fruit. Точно так же, как все живое на этой земле. Just the same as everything living on this earth. Видели ли вы когда-нибудь живое дерево, Have you ever seen a living tree, которое не имеет плодов? That has no fruit. Такое дерево не принесет ничего. This tree that will bring nothing. Если на нем нет плодов, If it does not have any fruit, здесь что-то с этим деревом не так. Then something is wrong with this tree. Оно значит не живо. It means it's not alive. Оно отмирает. It is dying. Если вера действительно есть, And if you truly have faith, и эта вера настоящая вера в живого Бога, And this is true faith in the real living God, всемогущего Бога, The Almighty God, вездесущего Бога, the omnipresent God, она будет проявляться в жизни этого человека. Then it will be manifested in the life of that person. В природе невозможно такое, чтобы живое существо, дерево, не приносило плодов, не приносило плодов. In nature, it is impossible for a living tree to not bear any fruit. Такого не бывает. This doesn't happen. То есть, если плодов нет, что-то здесь не так. If there are no fruit, then something is wrong here. Яков пытается объяснить это соотношение между верой и делами. James tries to explain this relationship between faith and works. Он пишет про Авраама, Яков, в этом месте. He writes about Abraham in this part. И он говорит, видишь ли, He says, Do you see, что вера содействовала делам его? That faith was working together with his works. Что вера содействовала делам его? That faith was working together with his works. И делами вера. And by works, faith достигла совершенства. Was made perfect. Делами вера достигла совершенства. By works, faith was made perfect. У Авраама однозначно были дела. Abraham, of course, had works. Но они были последствиями его веры. But they were a result of his faith. А не наоборот. And not the other way around. Еще не устали? Not tired yet. У меня еще две страницы. На эту тему, честно говоря, было еще больше страниц, но я так понял, что нельзя так долго. Я прошу прощения. We can talk a lot about this subject. Мы последнее время изучаем Ветхий Завет, и мы упираемся в ту же самую проблему.
Lately we are reading the Old Testament and we are seeing the same problem. Мы из главы в главу читаем и видим то же самое и постоянно говорим, что это ну происходит, да. From chapter to chapter we read and we see the same thing. Что народ Божий все время приходит к Богу и уходит от Бога. That the people of God keep coming to God and then going away. Все время возвращается к Богу и опять уходит от Бога. They return to God and then they turn away again. Ну, с одной стороны, это относится ко всем к нам. On one hand, this affects all of us. Как написано в притчах, ибо семь раз упадет праведник и встанет. As it says in Proverbs, for a righteous man may fall seven times and rise again. Это натура человеческая, которая тянет нас к греху, а мы тянемся к Богу. И мы падаем, встаем. Это жизнь, да? It's human nature that our human nature makes us fall, draws us away from God, and then we return to God. А с другой стороны, мы видим, что мы не только видим, мы еще читаем, что закон не довел ничего до совершенства. But on the other hand, we can read that the law made nothing perfect. Евреям 7 глава. Апостол пишет к евреям, да? Тот, кто написал, пишет к евреям про их закон. Hebrews chapter 7. This is a letter written to the Hebrews. И объясняет, что закона недостаточно. Он говорит, закон ничего не довел до совершенства. And he says that the law is not enough. He writes, for the law made nothing perfect. Почему? Why? Почему Бог не мог дать совершенный закон? Why could not God not give a perfect law? Он дал совершенный закон. He gave a perfect law. Но почему этот закон ничего не довел до совершенства? But why did this law make nothing perfect? Мне пришло такое понимание, не знаю, правильно или нет. I got this understanding, not sure if it's right. Потому что закон не воспитывал в них веру. Because the law did not discipline them in faith. Закон не воспитывал в них веру. The law did not discipline faith in them. Написано в той же главе к Евреям 7. In that same place, Hebrews 7, it says, ибо закон ничего не довел до совершенства. For the law made nothing perfect. Но вводится лучшая надежда. On the other hand, there is the bringing in of a better hope. Посредством которой мы приближаемся к Богу. Through which we draw near to God. Именно вера. It is faith. Им нужно было просто исполнять закон. They needed just to fulfill the law. Приносить жертвы. To bring sacrifices, не делать зла ближнему своему, not do evil to their neighbor, любить Бога. Love God. Понимали ли они, как это делать, я не знаю. Did they understand how to do this? I'm not sure. Но лично Бога они не знали. But they did not know God personally. Их вера не возрастала. Their faith did not grow. Они жили в трепете и в страхе пред великим Богом. They lived in fear and trembling before an amazing God. И пред законом. And before the law. Потому что камнями побьют. Otherwise they would get stoned. Или истребят твое имя и твою семью из народа. Or they will get removed from the people of God. Но мы видим, как вера возрастала в тех, кто знал Бога лично. But we can see that faith grew in those people who knew God personally. Кто общался с Богом. Who spoke to him. Кто имел с ним какой-то контакт, личный контакт. Who had a personal contact with him. Пророки, the prophets, судьи, the judges, патриархи, the patriarchs. Обычный народ просто жил изо дня в день, the ordinary people just lived from day to day, фокусируясь на своих делах, focusing on their works, как бы не согрешить, so that they don't sin, как бы не нарушить закон, so they don't break the law. Нарушил, срочно нужно жертву принести, потому что иначе все. If they broke it, they need to quickly bring a sacrifice. Поэтому постоянные падения. So they had these constant falls. Постоянное падение — это следствие отсутствия веры, ну или очень слабой, слабой веры. These constant falls were a result of the lack of faith or a very, very weak faith. Даже когда Моисей выводил народ, even when Moses brought the people out, он водил их по пустыне и говорил: «Это Бог твой». He was leading them in the desert and saying, "This is your God." Это Бог твой, говорил народу. This is your God, he said to the people. Он пытался в них воспитать, что это их личный Бог. He was trying to discipline them that this is their personal God. А народ говорил Моисею: скажи Богу твоему. But the people would say to Moses, tell your God. У народа все время оставалось понятие, что это Бог Моисея.
The people always had this understanding that this was the God of Moses. Они видели такие дела, которые совершил Бог, когда выводил их из Египта. They could see these amazing miracles that God did when He brought them out of Egypt. Я не знаю, какая была бы у нас жизнь, если бы мы видели такие дела воочию. I don't know what our lives would be like if we saw these miracles in real life. Которые совершил Бог, когда выводил их из Египта. That God did when He took them out of Egypt. Все эти казни над Египтом. All of those things in Egypt. Как он раскрыл Красное море, провел их по дну моря. How he opened the sea and took them through it. Как он уничтожил потом армию фараона. How he destroyed the army of the Pharaoh. Но как ни странно, это почему-то не сделало их верующими. But it's very strange that it did not make them have this faith. Они через какое-то короткое время, когда началась проблема с их точки зрения, у них была проблема, Моисея нету. After a short time, when a problem arose, that Moses was gone. Они делают статую золотого тельца и говорят: «Вот мой Бог». They made a statue out of a golden calf and said, "This is our God." Они, можно сказать, не были верующими. We can say they were not believers. Потому что когда-то у них начиналась проблема, они создавали себе другого Бога. Because when they had a problem, they created their own God. Исход 32 глава. Exodus chapter 32. Он взял, говорится про построение этого тельца. Он взял их из руки, это Аарон, да, и сделал из них литого тельца. It says about Aaron, and he received the gold from their hand, and he fashioned it with an engraving tool and made a molded calf. И обделал его резцом. И сказали они. Then they said. Вот Бог твой Израиль. This is your God, O Israel. Который вывел тебя из земли египетской. That brought you out of the land of Egypt. Вот этот золотой телец вывел тебя из земли египетской. This golden calf brought you out of the land of Egypt. Моисей пытался донести, когда говорил закон, говорит: Бог твой тебе сказал, твой Бог. Moses tried to say when he was bringing the commandments, your God said. Он не мой Бог, он еще и твой Бог тоже. He's not just my God, he's your God as well. Но у них, как будто они не видели Бога. Они на тот момент, да, они видели. But it's like they couldn't see God. In that moment, maybe they saw Him. Но взять потом, когда были судьи, они как будто они не видели Бога, они не слышали Бога. У них не было личного контакта с Богом. But later on, in the time of Judges, they did not see God or hear Him. They did not have a personal contact with Him. Поэтому у них не было веры как таковой. So they did not have this faith. У них оставался Бог Богом Авраама, Исаака и Якова. Their God was still the God of Abraham, Isaac, and Jacob. У них был Бог Моисея, был Бог Иисуса Навина, был Бог Гидеона. It was the God of Joshua of Nun, the God of Gideon. Невозможно исполнить закон. It's impossible to fulfill the law. Без личной веры в Творца. Without a personal faith in God. Личной веры Творца. A personal faith in the Father. Это будет Ветхий Завет. This will be the Old Testament. Если нет личной веры Творца, if there is not a personal faith in the Father, это будет закон, который ничего не довел до совершенства. It will be the law that made nothing perfect. Поэтому закон и приводит нас ко Христу. That is why the law brings us to Christ. Галатам, закон был дан для нас детоводителем ко Христу. In Galatians it says, therefore the law was our tutor to bring us to Christ. Закон ничего не довел до совершенства. The law made nothing perfect. Он не довел человека до совершенства. It did not bring a person into perfection. Закон был дан человеку. The law was given to a person. Но он не довел человека до совершенства. But it did not lead the person to perfection. Потому что закон не воспитывал в них веру. Because the law did not discipline faith in them. Закона недостаточно. The law is not enough. Нужна вера. You need faith. Поэтому Бог не отменяет закон. That is why God does not cancel the law. Как таковой закон нужен. We still need the law. Что мы имели отличие добра и зла. So that we can tell apart good and evil. Если не Слово Божье, что нам отдаст понять о том, что есть добро, а что есть зло? If we don't have the law, how will we know what is good and what is evil? Но закон не приводит нас к как таковой живой вере и живым отношениям с Богом. But the law cannot bring us to this living faith and living relationship with God. Поэтому закон детоводитель, он детоводитель ко Христу. The law is our tutor to bring us to Christ. Он приводит нас ко Христу.
It brings us to Christ. Поэтому Бог закон не отменил, Он просто сказал, что вам нужна вера, чтобы исполнить этот закон. So the law did not cancel the law, but He said you need faith to fulfill the law. Дал нам способность через веру исполнять закон. He gave us an ability through faith to fulfill the law. Потому что плоды живой веры будет исполнение закона. Because the fruit of the living faith will be the fulfillment of the law. Ну и кто может сказать, что он праведник по закону? So who can say they are righteous by the law? Никто не может сказать, что он праведник по закону. No one can say they are righteous by the law. Никто сам по себе праведником не является. No one can be righteous by themselves. Никто. No one. Исайя 64. Isaiah 64. Вся праведность наша, как запачканная одежда. All our righteousnesses are like filthy rags. Каждый верующий нуждается во Христе. Each believer needs Christ. В праведности Христа. They need the righteousness of Christ. И это тоже что-то очень глубокое. And this is also something very deep. Что это за праведность Христа? What is this righteousness of Christ? Филиппийцам 3. Philippians chapter 3. Апостол пишет: «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона». And be found in him, not having my own righteousness, which is from the law. Моя праведность от закона меня не спасает. My righteousness from the law will not save me. Но с той праведностью, которая... But that... С той праведностью, которая через веру. But that which is through faith. Во Христа. In Christ. Праведностью от Бога по вере. The righteousness which is from God by faith. По вере. By faith. Не от дел закона. Not from the works of the law. Наша праведность не от закона, а по вере в жертву Христа. Our righteousness is not from the law, but from the faith in the sacrifice of Jesus. И в благодати, в милость, которую мы имеем как дар от Бога. And the grace and mercy that we have as a gift from God. И возвращаемся опять-таки к тому, что вера — это основание жизни человека. And we return again that faith is the foundation of the life of a person. Она как двигатель. It's like an engine. Вера, она как двигатель, она движет человека в определенном направлении. The faith is like an engine. It moves a person in a certain direction. В сторону того, во что человек верит. In the direction of what they believe in. Но смотрите, как интересно пишет апостол Иоанн, во что написано «мы поверили». But look how interestingly the apostle John writes and И мы познали. Иоанна 4. First John chapter 4. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. And we have known and believed the love that God has for us. И уверовали в любовь. Believe the love. Именно уверовали. We believe the love. И теперь эта вера моя. And now this faith of mine, в любовь всемогущего, вездесущего Бога, in the love of the Almighty and Omnipresent God, двигает меня именно в направлении к Нему. Moves me in the direction of Him. Но хочу обратить внимание очень важный концепт. But I want to pay attention to an important concept. Люди, как существо эгоистичное, к сожалению. People exist in their egoism. Иногда неправильно понимают понятие Божьей любви. And they sometimes misunderstand the love of God. Я думаю, что можно увидеть абсолютную и безусловную любовь. I think we can see the absolute and unconditional love. Как сказать, в абсолютном неправильном ракурсе. From a very different angle. Объясню, что я хочу сказать. I will explain what I mean. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь такое в жизни. I don't know if you've seen this ever in life. Иногда смотришь сериалы, фильмы, и там такое есть. Sometimes you watch a movie and this happens. Богатые родители. There are very rich parents. Олигархи, так сказать, да? They are oligarchs. И у них есть ребенок, скажем, мальчик. They have a son, let's say. Абсолютно разбалованный. And he is completely spoiled. Потому что они его любят. Because they love him. Они его безусловно любят.
They unconditionally love him. И сделают для него абсолютно все. They will do anything for him. И он вырастает в молодого человека. And he grows into a young man. И ведет себя абсолютно беспредельно. And he acts completely without limits. Они его все продолжают абсолютно, безусловно, его любить. And they continue to completely unconditionally love him. Он совершает преступление. He does a crime. Они его отмазывают так. Ничего страшного, тебя суда не будет, власти тебя не тронут. And they bail him out. Don't worry, nobody will touch you. The law won't touch you. И мы видим, как этот человек вырастает все хуже и хуже и хуже и приумножает свое зло. And we see how this person becomes worse and worse and multiplies their evil. Любят ли родители своего сына безусловно? Do the parents love their child unconditionally? Любят. They love him. Но это не Божья безусловная любовь. But this is not God's unconditional love. Если вы думаете, что Бог нас так безусловно любит, вы глубоко ошибаетесь. If you think that this is the way that God unconditionally loves us, then you are deeply mistaken. Божья любовь агапы безусловная. His love agape is unconditional. Но он хочет видеть нас рядом с ним. But he wants to see us next to him. Он хочет видеть нас в любви. He wants to see us in love. Он хочет видеть нас праведниками. He wants to see us righteous. И поэтому, если мы нарушаем закон, он говорит: слушай, постой, ну это неправильно. And that's why if we break the law, he says, wait, that's not right. Любовь Божья безусловная, она тебя направит. The unconditional love of God will guide you. Она тебя исправит, она тебя обличит, она тебя подкорректирует. It will correct you, it will show you your mistakes. Это совсем другая безусловная любовь, нечеловеческая безусловная любовь. This is a completely different unconditional love, not the unconditional love of humans. Вот если мы действительно поверили в такую любовь, безусловную Божью любовь. If we truly believe in this unconditional love of God. Куда поведет нас такая вера? Where will this faith lead us? Она поведет нас в направлении к самому Богу. It will lead us in the direction of God himself. И эта вера будет возрастать. And this faith will grow. И у нее будут плоды. And it will bear fruit. Галатам 5. Galatians 5. Любовь, радость, мир, долготерпение. Love, joy, peace, long-suffering. Благость, милосердие, кротость, воздержание будут плоды такой веры. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. These will be the fruit of this faith. На таковых нет закона. Against such there is no law. И это плоды возрастания веры. And these are the fruit of the growing of the faith. Помните, что вера, она индивидуальна. Remember that faith is individual. У каждого своя. Everyone has their own. Основание одно, но у каждого своя. The foundation is the same, but everybody has their own. Поэтому не нужно сравнивать себя с кем-то. So you can't compare yourself to someone else. Какая у него вера? Да, мне еще далеко. Такая у него вера. Wow, look at his faith. I've got a long way to go. А у него, ну, совсем младенец. Oh, he's such a child. Вера индивидуальна. Faith is individual. Каждый растет со своей скоростью. Each person grows with their speed. Каждый развивается со своей скоростью. Everyone develops in their own time. Вера индивидуальна и основана на личном опыте. The faith is individual and it is based on your personal experience. Каждого из нас. Of each of us. Да, у нас ситуации могут быть похожи. Yes, we can have similar situations. Но опыт укрепления веры. But the experience of strengthening the faith. И возрастание веры. And growing of the faith. Настолько же индивидуален. Is as individual. Насколько индивидуален каждый из нас. As each of us are individual. Нет двух одинаковых людей. Не существует. There are no two people who are the same. Сегодня Господь призывает каждого возрастать в вере. Today the Lord calls each of us to grow in faith. В вере в любовь Божью. Grow in faith in the love of God. В вере в Слово Божье. Faith in the Word of God. В вере в Бога и в вере Богу. Faith in God and to God. И потому что это именно будет наш рост. And this will be our growth. И последствием роста веры. And the result of our growth in faith. Будет рост познания Бога. Will be our growth in the knowledge of God. Движение по направлению к Нему. And moving in the direction of Him. И по направлению за Ним. And in the direction after Him.